Аргентина, танго. Близкие мелодии берут спортсменки в этом году. По духу, по настроению. Опасно. Вот это было круто. Опасно. Какая разница? Разница большая. Между погорелой. Большая? Большая разница, да. Но это... Это уже конкурентка. Не через год, через два. На следующем турнире. А может быть и на этом. Но не думаю, что компоненты у Ангелины будут выше, чем у наших. Не должно это быть, однако заявочка очень серьезная, с доставкой на дом. Тройной луч, тройной луч плюс двойной тулуп, тройной сальто плюс тройной тулуп. У них нет подозрений, они все... Все чисто, да, флип все... недокрут. Нет, недокрут два раза. Тулуп недокрут. Но каскад они даже не берут. Интересно. Ну ты еще... Хорошо показали. Ну, куда они денутся? Покажут. Каскад? Могут не показать. Ну, не должны. Ну, покажут. Это Ридбергер стартовый. Я бы сказал, в пользу спортсмена. Давайте каскад посмотрим. Нет, это аксель. Это без вариантов, это без вопросов. Это уже позже. Это позже, да. Вот здесь, кстати, недокрут поставили, хотя я бы вот не стал бы ставить. Здесь ну, не было. Мы с вами не судим. Мы не судим, да, от нас ничего не зависит. Тут никаких... Каскад не покажут. Каскад не покажут. Вот так-то. Я а был уверен. Посмотреть. Я был уверен, что покажут. Вот вам и Ангелина. В общем, первый после Бога, точнее, после наших, становится Кучвальская. Что там? Там тревожно, но безопасно. Скажем да? так, тревожно на будущее. Слава тебе, Господи. На ближайшее. Знаете, на ближайшее это уже следующий раз. Мы победители. Как помните, старый-старый КВН, как у нас лет все 25 девочки. Назад. Точно вы там смотрите, нет? Я смотрю, все девочки. Все девочки у нас на пьедестале. Мы вам заранее говорим. Все. Ну, собственно, что и требовалось доказать. Четвертое место Ангелины Кучвальской и три медали у команды России. Закончу фразу. Тот самый КВН 25-летней давности. Три медали у команды России. Выбери. Можете свистеть, гудеть, все что угодно делать. Ну нет. Это абсолютно честно. Это и не надо нам свистеть. Нет, ну почему? Свистеть можно все что угодно. Анечка снова с медалью. Второй год подряд сборная России. Если б я каждый раз забирает свистела. Весь пьедестал. Лена расстроена. Аня скорее вздохнула с облегчением. Ну почему она расстроена? Она не расстроена. Она закончила свои соревнования. Вот он, итоговый пьедестал. Ну какие могут быть разговоры? 8
полноценных, чистых, целых баллов. Причем Погорелая обыграла Кучевальскую еще и в произвольной программе. Правила таковы. Ну что же, трансляция, конечно, разница большая. Трансляция, которая принесла нам столько удовольствия, уже позади, но продолжается чемпионат Европы, продолжается радость за наших девчонок. Меня зовут Александр Гришин, рядом Татьяна Тарасова. Ну а награждение вы сможете увидеть уже в программе «Все на матч». Не переключайтесь. Никогда.